Итак, автомобилист Йокерит. Это будет вторая игра между командами в этом сезоне. В конце сентября в Хельсинки сильнее оказался Йокерит. Вот на синей линии передачу ему выполнить не удалось. Отскакивает шайбу в центр. Антила. Сохраняет ее в зоне атаки. Бросок, добивание, гол! 1-0! Ахтиоксане! Игрок катит на добивание. Вот здесь Марко Антила сохраняет шайбу в зоне атаки. Быстрая передача, бросок по воротам. И Ахти Оксанен первым оказывается на отскочившей от Галкина шайбе. И здесь вратарь автомобилиста уже просто не успел переместиться. Достаточно далеко выкатился из ворот в этой ситуации Галкин. И очень удобный отскок на Ахти Оксанена. Шестой входит в зону атаки. Доус. Поднимается к синей линии. Найджел Доус делает паузу. Бросок по воротам. Шайба в ловушке у Яниса Калниша оказывается. Еще раз давайте посмотрим. Вот здесь Найджел Доус на Брукса Мейсика. В дальний угол выцелил бросок 17 номер. Но оказалось, шайба в ловушке у вратаря Йокерит. Прижал к борту игрока екатеринбургской команды. В итоге выходит из своей зоны юрист Йокерита. Бросок, добивание, гол, Ахти Оксанен! А Дубль оформляет просто зеркальный гол. Но только в этой ситуации еще Анти Пильстрем запишет на свой счет результативную передачу. Шайбу запустил Ахти Оксанен, номер 9. Положение вне игры нет. Хороший гол. Лэд. Доус на синей линии. Там Трянкин. Далеко от себя Трянкин упустил шайбу. И выход 1-1. Мери Матис Авина не набегает. Бросает и забивает. 3-0. Забрасывает он седьмую шайбу Йокерита при игре в меньшинстве. Выход 1-1 удалось использовать. Правый от Владимира Галкина угол резко с кисти отправляет шайбу Савинайнен. 10-й гол в этом сезоне. Забрасывает как можно раньше для того, чтобы вернуть интригу. Но этот матч на эту голос. На левый сбрасывает шайбу Голышеву. Тут находит бросок. Гол Брукс Мейси. На эту голос Голышев. Мейси. Или все-таки на эту голос там подставил клюшку. Хорошая передача. 4-1. Брайан О'Нил. Сначала Еси Йонсу здорово отработал, перехватив шайбу у Алексея Василевского. Затем идеальная по точности подкидка на Брайана О'Нила. Точно в клюшку 21 номеру шайба прилетает. И Хельбуркин не смог с воздуха перехватить эту передачу. И в итоге Брайан О'Нил на противоходе убрал Владимира Галкина и завез шайбу в ворота. Без проброса. По ходу игры, я напомню, автомобилист потерял Дениса Бодрова. Вот хороший момент. Да, 4-2. Ну, а Найджел Доус оформляет ассистентский гол. В этой встрече Найджел Доус выиграл единоборство у Виктора Лёва и Сами Лепести. А в итоге Пентак оказался абсолютно свободным. Найджел Доус вырвался на свободный лёд. Передача на Брукса Мейсика, бросок в касание. 4-2. Несмотря на то, что автомобилист отдельно взятый второй период выигрывает-то со счетом 3-1. А вот Александр Кучеряенко до минимума сокращает отставание в счете. Осталось играть в секунду. Заканчивается.